главная тема нашего эфира. У меня навернулась скупая слеза. Я просто прочту, с вашего позволения. Николай Басков ушел от Оксаны Федоровой. Вернее, сбежал, чтобы не жениться, вот как мне сообщают. Такова официальная версия звездного разрыва. Оказывается, расстались они уже месяц назад, но не афишировали этого. Оксана тешила себя надеждой, что любимый вернется, ведь он продолжал рассказывать активно прессе, что копит деньги на их пышную свадьбу. Видимо, не накопил, ведь, как известно, с корпоративами после кризиса достаточно туго, даже в Москве. Вот и решил, так сказать, Коля ретироваться по-английски. Подробности у Юлии Тереховой. Вместо пышной свадьбы – неожиданный разрыв. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Николай Басков и Оксана Федорова больше не вместе. Я не тот человек, который достоин сделать Оксану счастливой. Вот и все. Она это поняла со временем. Мы решили остаться друзьями и все. Вот. Это его версия. Я воздержусь. Все и так ясно. Оксана мечтала о семье и ребенке, а Николай из-за неудачного первого брака так боялся быть окольцованным, что предпочел сбежать от любимой, вместо того, чтобы отправиться с ней под венец. И так их планы на жизнь не совпали. Просто мы с тобой недавно говорили о детях, и я думала, что все замечательно, скоро свадьба, дети и так далее. Как так произошло? Я побоялся взять на себя ответственность. Я сама не ожидала. Не ожидала Оксана, что Коля вынесет ссор из избы. Оказывается, попытка возлюбленных разойтись уже была в октябре прошлого года. Но спустя месяц они снова воссоединились. Тогда об этом никто не узнал. В этот раз все гораздо серьезнее. Коля заявил о разрыве во всеуслышание и уже говорит о любви в прошедшем времени. Вот ты говоришь, что любовь была, а мне вот сейчас кажется, что она и есть на самом деле. Не искушай, пожалуйста, дорогая, не провоцируй. Видимо, они действительно поставили в отношениях жирную точку. Теперь их связывает только дружба и творчество. Но с новым статусом Николай все еще не может смириться. Там очередь стоит. Где? За хлеб. За Оксаной. Обидно, Коль. Зачем мы будем мучить друг друга? Она хочет серьезных отношений, я не готов к ним, вот и все. Николай уже переехал в новую квартиру, но ему еще предстоит забрать вещи из дома экс-подруги, где они счастливо жили вместе без малого 2 года. Теперь Коля свободен, но одинок. И уже собирается писать мемуары о ней, самой большой любви в его жизни. Юлия Терехова, Сергей Данилов, НТВ «Утром». Ну, несмотря на наш, так сказать, похоронный тон, Оксана выглядела вообще вполне счастливым человеком. В отличие от Коли. Это Коленька переживает. Бедный Коленька. Его найдется тот, кто его утешит.